Дорогие друзья, уважаемые любители футбола, всем здравствуйте! Приветствую вас в Туле, в граде оружейников, на стадионе «Арсенал», где сегодня пройдет матч 25-го тура «Мелбет» первой лиги. «Арсенал» принимает «Тюмень», матч между командами, которые находятся невдалеке друг от друга в турнирной таблице лучшей лиги мира. Четвертая позиция у «Арсенала», у которого 40 очков на счету. На седьмой позиции «Тюмень», у нее 36. По сравнению с матчем 23-го тура, когда уступили тюменцы «Алании» со счетом 0-1. Из-за повреждений не играют сегодня Денис Самойлов и Илья Порохов. Вместо них Никита Печенкин и Никита Балахонцев. Кроме того, в резерве Александр Бем. Здорово. Под штрафную. Дружинин. Удар в дальний угол. Блестящая работа Никиты Кокарева. Но у атаки есть продолжение. Прострел. И мяч летит выше ворот. И тут же агрессивную реакцию выдает Александр Старожук. Ну вот рассуждали мы с тобой, точнее, по большей части ты, Сергей, рассуждал о том, как будет играть в атаке сегодня гостевой тюменский коллектив. И, пожалуйста, наверное, по-настоящему первый опасный момент именно от этой стороны отошел. Вот ты говоришь по поводу того, что команде всего 5 месяцев, понятно. Ой, именно... подача и скидка опасна. Успевает Любаков на секунду Гилояна опередить. Хорошая получилась атака. Ишхан прекрасно понимал, что будет именно такая скидка под штангу. Но высоченный Любаков с руками, как у мистера Фантастики, которые сами способны растягиваться, сумел опередить Ишхана Гилояну. Контратака в исполнении «Арсенала». Гилоян отсюда может пробить. Тонкая передача. Акаронква опасна. Акаронква перекладина. И добивание в полупустые ворота, которые полевые собою успели закрыть. Я не гарантирую, что в правильном положении был Акаронква при передаче тончайшей, нитевидной передачи, стилетной передачи от Гилояна. Ты свой пушечный удар сегодня выдать. Хороший пас, касание в разрез. Бахар, внимание, убирает соперника на замахе. Бахар шведкой бьет. И добивание было еще возможным, но сориентировался своевременно Александр Бем. Выбил мяч за пределы поля, и, похоже, еще было положение вне игры. Да, рука вверху у главного арбитра показывает сейчас Абросимов, что, наверное, добивание уже, да, происходило. Вполне вероятно, это еще может произойти. Штрафной удар Анатолий Макаров у мяча. Это будет опасно. Подача интересная. Любаков пролетает мимо мяча, и он оказывается в сетке ворот! 1-0 «Арсенал» или не 1-0 «Арсенал». Атака на вратаря, насколько я понимаю, подзывает сейчас главный арбитр медицинскую бригаду. Давайте смотреть. Итак, вот она подача. Мяч в воздухе, выдвигается Любаков, втыкается в него Нижегородов, выставляя при этом локоть. Это было с другого ракурса тоже хорошо заметно. Но, по-моему, это игра на вратаря, по-моему, это фол, и мяч совершенно справедливо не был засчитан. Но, опять-таки, мнений будет много. Я здесь, очевидно, не истинно в какой-либо инстанции, тем паче в последней. 0-0, остается играть в основном времени второго тайма. Баркова, это в Печенкина, выбивается мяч. И матч 25-го тура «Мелбет» первой лиги между «Арсеналом» и «Тюменью» заканчивается нулевой ничьей. Третья подряд нулевая ничья для «Арсенала» — это повторение, условно говоря, даже не рекорда, а того, что случилось с «Туликами» 19 лет тому назад.